Вот, вот человек, который всю жизнь прожил в квартире, уже 20 минут разводит мне костер. А? Видео снимаешь? Нет, конечно, на фото. Вообще не приспособлен к дикой жизни. Мы сегодня, друзья, выбрались в Камыш. В Камыш. В Камыш, кстати, хотели засветить. О, кстати, Камыш, видишь, можно. Да, да, Камыш вообще горит, огонь там. Хотели вам засветить, следить, с каким мы термосом ходим, пьем чаёкс. Да, чаёкс ходим, пьем. Сейчас попьем чай, подведем первые итоги, получасовые брожения по Камышу. Тяжело вообще в Камыше, тут стоял хутор старый, вот чуть дальше вышел. Вот, и мы сейчас в Камыше лазиваем. Сейчас нам комарат покажет. А что, не понял, костер будет сегодня? Будет. А что? Так, я отключу, сейчас я зажгу. Вот, иногда нам приходится пробираться через болотистые такие заросли. А где проход? Ты там прошел? Нет, тут речка. А где ты видишь проход? А? А, бля. Итак, друзья, вечереет, вот пока такие результаты. Опять вернулись на поле, где подымали наки и комарат говноежка. Опять поднял вот такой шикарный вот наконечник. Вот видите, вот все-таки на всех металлах вот что такое работа. И еще пару монет у него. Польских, серебряных. Будем разбираться. Сейчас еще одна попыточка выхода на поле. То есть на чай заработали. Мы как что-то находим, сразу идем пить чай. Том раз, том опять на поле. Как ты меня там обозвал? Вот так, друзья, мы перешли из Камыша в виноградники. Их тут немерено. Керамика по дороге попадается. Вот каждый из комрадов лупит по ряду. Виноградники здоровые. В прошлом сезоне мы тут царизм подымали. Нашел? Ну, сейчас мы смотрим за работой. Вот. Это монитос. Похоже. Похоже на монитос. А ручки не берете вы никак? В ручки. Что, опять гвоздь какой-то? Может быть. Ура! А, курение убивает вас, комрада. Смотри, метеорит. Где? Вот видите, у комрада из задницы арафатка торчит. Позвони ему. Комрада, покажи, как звонит. Ну давай, вот давай, вот давай этим звони. Давай своим. Да. А при чем метеорит это? Ну, а что это? Квадратный, это вот тут они. Тут же мы эти крестьянские печки раскапывали, на. А почему он железный? Почему? Где он железный? Это цветной вообще сигнал выдает этот. Нахер. Я забираю его себе или выкидываю? Это метеорит. На, хорошо, метеорит, на. Он радиоактивный, на. Вот так вот, друзья. Мы разбиты.
Редкий кадр, как черные копатели отступают со своих насиженных и ухоженных позиций. Не дает им земля-матушка сегодня хабару, кроме как пару наконечников, одна серебряная монета. И последняя, так сказать, последний бросок. Последний бросок, наверное, перед окончанием сегодняшнего мародерского дня. Все-таки в соседний сад перебираемся. Перебираемся с виноградника и неубранных шикарных яблонь. Вот они. Вот они, красавицы. Перебираемся мы. Куда мы перебираемся? В ореховый сад? А, в апельсиновые греческие сады. Но в прошлый раз на апельсиновых садах, кстати, мы видео не снимали. Я очень сильно отличился, я молодец. Я тогда собрал очень много пищи. Тогда хорошо, я взял монет, пока комарат тут бегал, икру метал. Вот. Ну ничего, сейчас. Сейчас включимся уже на кладухе на самой. Непосредственно. Сегодня день траура. Комарат что-то сегодня прет и прет. Мой экстера сегодня работать не хочет. Он уже глазами даже находит. Он уже вот такие вещи. Перстень. Друзья, покажи. Разбит. Сейчас. К сожалению, жалко. Тут очень интересные вещи. Если комарат сейчас еще кое-что покажет из кармана, достанет прямо наверху. Без аппарата он нашел. Покажите, комарат, что вы еще нашли, только что, прям визуально. То есть, два аппарата, друзья. Гайд и Икстера с катушкой на 6. Подожди, с катушкой на 3 килогерца, которая идет только на войну. Сегодня наконечники в чернине не видят по какой-то причине. А вот комрад поросенок, по-другому не могу назвать. Уже третий наконечник, да? Угу. Третий наконечник. Какой сохран, да? Без ржавчины. А какой сохран вообще, блин? Если бы вот я лично не увидел, что он поднял его прямо при мне, подумал бы, что левый какой-то. И очень тонкий, самый тонкий, угу, который мы сегодня видели. Вообще. Что с этих мест? С этих мест именно, да. Ладно, продолжаем раскопки дальше. Еще не вечер. Еще не вечер. Ладно, буду знать, что там будет в яме. Еще не вечер. Очередной сигнал на поле. В саду, вернее. Сейчас посмотрим. Пока все сигналы, что сигналили, шляпа. Еще одна шляпа. Что это? Да, алюминий. Опять. Вот, друзья, конец рабочего дня. Один мой наг. И остальные 4 прекраснейших наконечника комарат работали на всех металлах. Аппарат Гард 2500, да? Угу. Показался просто изумительно, в отличие от Икстеры 505 с катухой на 3 кГц. Приедем сюда, я поменяю катуху. Поставлю на 6 кГц и возьму эту. Тоже бабочку, кстати. Всем хорошего копа. Хорошая коллекция сразу за один выезд. Всем желаю. Хорошие наконечники. Вот это вообще интересно. Да.